5 апреля глава района Заур Хамирзов провел очередное планерное совещание, на котором заместители главы, руководители отделов, структурных подразделений доложили о проделанной работе. В ходе мероприятия были обсуждены актуальные вопросы текущей недели. Начальник отдела по делам ГУИЧС Николай Зверев проинформировал о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхарском районе по состоянию на 5 апреля текущего года. За прошедшую неделю коронавирусная инфекция выявлена у 6 жителей района. 3 человека выздоровели. Значит, на сейчас у нас находится на лечении 8 человек, из них 6 человек на стационарном, на амбулаторном лечении и 2 человека на стационарном лечении. Хочу обратить ваше внимание на увеличение количества зараженных COVID-19 на этой неделе. Значит, за неделю произошел рост на 6 человек. Если смотреть, допустим, середина марта, с 14 по 21 марта неделя, когда была, у нас было 3 человека, с 21 по 28 марта количество заболевших увеличилось на 1 человек, на прошлой неделе заболеваемость увеличилась на 6 человек. Хочу обратить внимание всех присутствующих глав сельских поселений, что эпидемия все-таки еще в действии, и поэтому необходимо продолжать все мероприятия, которые должны выполняться по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, разработанных Роспотребнадзором. Один из актуальных вопросов планерки – профилактика коронавирусной инфекции. В районе продолжаются мероприятия по сдерживанию ее распространения. Подробнее на вопросе вакцинации остановился заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов и главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев. Далее о ходе призывной кампании доложил первый заместитель главы района Руслан Ямыков. Комиссия начинает свою работу по предварительной работе, которая предвосхищает работу призывной комиссии. 35 человек было не оповещено на период весна 2021 года. Для сравнения скажу, уважаемые главы сельских поселений, осень 2020 года было 25 человек. На 10 человек у нас увеличилось неоповещенных количество, находящихся в длительном розыске, не изменилось. На совещании, помимо этого, были обсуждены вопросы, касающиеся реализации национальных проектов, проводимой работе по достижению показателей «Дерево цели», взаимодействия администрации района и филиала Центра труда и социальной защиты населения по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта. На территории района в ближайшее время планируется проведение всероссийской тренировки по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом подробно рассказал начальник отдела по делам ГУИЧС Николай Зверев. В соответствии с планом работы Министерства по чрезвычайным ситуациям 13, 14, 15 апреля будет проходить всероссийская тренировка по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В этом году, значит, Главное управление МЧС по Республике Адыгея приняло решение о проведении этой тренировки на территории Кашхарского района. Конкретно она будет проходить на территории Натырповского сельского поселения. В пятницу вечером мы получили 2 вводные, значит, отставить. Значит, тренировка будет проходить в 3 этапа. 13, 14, 15. Первый этап – это принятие решения на повышение уровня готовности, то есть объявление повышенной готовности на соответствующих территориях. Значит, 13 числа будет практическая отработка вводной номер 1 по ликвидации последствий условных подтоплений. И 14 числа вводная номер 2 по отработке ликвидации условных пожаров, вызванных лесных пожаров на территории населенного пункта с переходом на дома. Значит, что планируется провести? Практически мы будем отрабатывать, значит, все те мероприятия, которые положены отработать в соответствии с планом ликвидации чрезвычайных ситуаций. Первое, мы должны будем провести оповещение руководящего состава, это значит
КЧС, это значит эвакуационная комиссия, оперативный штаб, оперативная группа, главы сельских поселений и те предприятия и организации, которые у нас задействованы в соответствии со всеми планами на ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением. Это и ДСУ, и электрики, и газовики, связисты и так далее. Вот. Будем готовить все документы, значит, с этим связанные. Основное мероприятие, которое мы должны провести, я считаю, практическое, это мы должны собрать силы и средства, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций. То есть мы должны собрать и эту технику, которую мы будем планировать к использованию при ликвидации чрезвычайных ситуаций в селе Натырбово, вот именно, значит, 14 числа, это когда мы будем отрабатывать вводную по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением, и 15 числа с пожарами. Николай Семенович также проинформировал присутствующих о ходе выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 года. Указом главы Республики Адыгея с 1 апреля 2021 года на территории республики начал действовать пожароопасный период. Пожароопасный период подразумевает под собой то, что принимаются все необходимые меры по недопущению возникновения природных и пожаров на территории сельских поселений. На заседании КЧС, которое мы примерно месяц назад проводили, мы с вами договаривались, что и вышли новые правила противопожарного режима на территории Российской Федерации, которые усиливают ответственность за возникновение природных пожаров. Я также хочу обратить ваше внимание на мобильное приложение, так называемые термические точки, которые мы уже практически завершили установку. Значит, это места возникновения природных пожаров и меры, предпринимаемые администрацией тех территорий, на которых возникли эти пожары. То есть это приложение, оно не предназначено не только для того, чтобы посмотреть, где эта термическая точка возникла, но и отследить те меры, которые принимаются сельским поселением, значит, по ликвидации вот этого возгорания. Я хочу вам довести еще один момент, что в 131-м законе нашем было указано, что полномочия сельских поселений, это значит профилактика и ликвидация пожаров в пределах населенных пунктов. Теперь внесены изменения, и профилактика пожаров, и, значит, она включает в себя территорию сельского поселения. Так что вы тоже это имеете в виду, и по всем возникающим вопросам будем, значит, отрабатывать те моменты, которые связаны с ликвидацией того или иного возгорания на территории сельского поселения. На совещании рассмотрен ряд иных вопросов, по которым даны поручения должностным лицам. В завершении Заур Хамирза вручил благодарственное письмо Министерства просвещения Российской Федерации за личный вклад в деятельности комиссии главному специалисту, ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних Адаму Гидзову и диплом лауреата первой степени Министерства культуры Республики Адыгея номинации «Пьеса малого формата» Султану Сиюхову.